Всех приветствую, Фройнде. Гутен так, Фройнде. Сейчас будет обзор на футболку, которую я хотел, чтобы у меня были рукава вот так, оверсайз, до локтя, а не вот так, что на пол плеча. Потому что невозможно купить на мой рост 1,90 м, и чтобы сидела очень хорошо по талии. Данный мой вес 82 килограмма. Где же посылка? Посылка вот так. Скотчем изолирована специально, потому что товар все-таки Costed Toyer. Все. Вау. Гешенк. В общем, вот такой гешен. Это не важно, потому что важна данная футболка. Пять XL я взял себе. 100% катон, но, конечно же, все на китайском. 5 XL, вот. Этих целей зип-пакет аналогично. Я скажу, хлопок без запаха, хоть бы прошла по рукавам. Качество хорошее, 100% хлопок ощущается, да, что качество очень хорошее. Вот так она объемная. Поехали. Могу сказать, во всех моментах она идеальна. В шею копф очень сложно было одеть. Но хотел до локтя. Ну смотрите, ну почти до локтя. Все-таки у меня рост такой, видите, вот что. Ну, на видео, да, но кажется, как будто до локтя. Так. А так, в принципе, футболка. Качество хорошее. Хлопок. И что самое главное, реально, почти до локтя, и не висит она на мне, а как раз вот прям очень хорошо. Все нравится безумно. Ссылку также оставлю в описании, чтобы вы могли уведомиться, оповеститься. 5 XL на рост 1,90 м. Ну, подошла. Ну, конечно, хотелось бы рукава покороче. По длине. Так рукава, видите, до локтя вот сколько остается. Так, если на опущенных локтях, ну тоже почти по локоть. Genau. Danke schon für dieses Video aufsehen. Geben Sie Like und kontaktieren und abonnieren in meinem Kanal. Glück, tschüss.